Алексея Навального можно назвать террористом? Я считаю, что да. Потому что не надо раскачивать лодку, в которой ездишь. Наша страна огромная. И мы прожили эту всю и войну, и все остальное. Все, что творится, это все наше. И нечего нас трогать никому. Алексей Навальный, он сам не террорист, наверное, потому что он не стреляет сам. Он идеолог, наверное, их. Потому что он это не осуждает, он их призывает ко всем вот этим вещам неприятным. А к чему он призывает? Он призывает, что нужно уничтожать нашу власть и прочее такое. Непорядок. Он предатель наш. Предатель России. Почему? Я так думаю. Ну, как почему? Так нельзя. Так нельзя делать. Туда-сюда, я не знаю, что против правительства. Ну что, правительство у нас плохое, разве у нас хорошее очень правительство? Даже говорить не хочу о такой мрази. Язык не поворачивается. Время тратить на него. Его просто внесли в список террористов и экстремистов. Вот вы что об этом думаете? Я ничего об этом не думаю. Я вам сказала, это ничто. Жество. О, он-то вообще никто. Путин молодец, что его посадил. Не, он-то думал, что и никогда в жизни его не посадят. Он только залетел и попал сразу же. До сих пор сидит. Ну, можно его террористом назвать? Да какой? Не! Какой он террорист? Вы что, смеетесь, что ли? Навальный террорист, это глупость какая-то.